Ну вот, сейчас я продолжаю. Это икеевский буфет. Буфет, если кто был в Икее, то знает. Здесь видите, как красиво сделано. Вот Рождество, такие фонарики. Вот здесь кушают. А там детское отделение, игрушки. А мы сейчас поедем туда, куда мне надо. Сейчас вот на лифт, на этот, на большой, на другой. Этот лифт на другой стороне. Сейчас я на него сяду и поеду. Вот. Видите, здесь как красиво. Людей полно. Вот уже мы приехали. Приехали. И едем на первый этаж. Вот двери закрываются. Кабина закрывается, лифта. И мы поехали. Сейчас темно, ничего не показывает. Вот, вот теперь я вышла. Видите, здесь я корзинку там оставила. Я сейчас возьму опять эту корзинку. Вот. Если я что-то куплю, так я в эту корзинку положу, чтобы мне не таскать в руках. Вот. И теперь мы пойдем. Здесь мне надо посмотреть. Вот эти, я вам говорила, керамические штучки. Какие-то эти самые. Это мне не надо. Кастрюльки посмотрю. Сковородки. Наверное, мне вот такую сковородку надо купить себе. Это у меня. Да, возьму себе такую сковородку. Вот. 3,99. На ней хорошо блины делать. Кастрюльки. Сколько здесь их? 9,99. Вот они показаны. Кастрюлька, ковшик с крышечкой, ковшик без крышечки, кастрюлька с крышечкой. 10 евро, видите? Ну, у меня есть посуды полно. Вот, поэтому я и не буду брать. Мне оно не надо. А вот мне надо смотреть внимательно, чтобы не пропустить, где эта штука, которая для готовки еды. Для готовки еды. Это какие-то такие металлические. Не нравятся они мне. Такое впечатление, что мы стерилизуем шприцы в них, да? Не надо мне такого. Мне нужны керамические. Ага, вот. Я так думаю, здесь. Да, но здесь они, видите, почему-то по одному. По одному. Ну, сейчас мы подыщем. А вот, смотрите, можно такую взять. Такую взять можно. Стоит он 3,99, да? Такую можно взять. Где уже цена? 3,99. И вот такую можно взять за 6,99. Они хоть и разных цветов, но они очень даже неплохие. И форма в них хорошая. Сейчас я еще посмотрю, вот черный какой-то есть. Этот большой за 14. Вот 14. Этот 7. Вот. Ну, тогда я возьму вот эти вот 2. Вот за 3,99 возьму. Так, вот этот возьму за 3,99 и этот за 6,99. Я думаю, ей вполне будет достаточно. А зачем ей больше? На 2 блюда, например, выпечку делать. Сейчас я их переложу один в один. И положу я их, наверное, вот туда, в этот самый, да. Вот сюда, вот сюда. Сейчас я еще раз проверю, это они так стоят. Это их цена. Сейчас я возьму другие очки и посмотрю. Давайте я, наверное, пока отключусь, потом покажу вам еще, что буду.